Дорогие друзья, уважаемые сухумчане, это огромная честь. Я искренне благодарю Сухумское городское собрание, благодарю руководство города, благодарю наших сухумчан, зрителей нашего театра. Вы знаете, я понимаю, что это почетное звание присвоено не только мне, оно присвоено всему коллективу нашего театра, потому что мы, как мне кажется, все эти годы верно служим нашему городу, нашей стране. Мы делаем все для того, чтобы наш прекрасный Сухум, город, без которого мы не можем жить, чтобы наш прекрасный Сухум был еще привлекательнее, еще интереснее и для наших горожан, и для гостей Абхазии. И мы хотим, чтобы через то, что мы делаем, все больше людей в Абхазии и за пределами нашей страны влюблялись в Сухум, влюблялись в нашу страну. И чтобы они видели самое прекрасное, что у нас есть, нашу культуру, наши таланты, все, чем богата наша абхазская земля. Искренняя благодарность. И я хочу сказать, что я хочу пожелать нашему городу и нашей стране процветания. У нас все для этого есть. Пусть будут счастливы наши горожане, пусть будет счастлив наш народ. И пусть процветает Республика Абхазия. Служу Республике Абхазия. Спасибо.